Те, кто носят маски, пережили травму. Они жаждут справедливости, потому что с ними поступили несправедливо. Поэтому маска, чтобы спрятать боль. Я ношу маску, чтобы защитить себя. Ну да, от боли. Прошлой ночью была перестрелка с кавалерией. Будешь лекцию мне читать? А о чем ты? Мне надо успокоиться и передохнуть, скоро начнется война. Нет. У меня там чувак в багажнике. Чудесно. Веди его туда. Знаешь, почему ты здесь? Ко мне вломилась какая-то монашка и затолкала меня в багажник. Какого хрена? Все верно. Я требую адвоката. Нет, террористы могут обойтись и без него. Нахрена они опять все это начали? Может, хотели что-то от нас скрыть. У них была миссия. Это только начало. У кавалерии есть наши имена и адреса. Мы в безопасности, Анжела. Огромный, ужасающий по масштабам заговор. Если я расскажу о нем, это взорвет тебе голову. Что это? Это? Единственный способ донести до вас правду. Помоги нам остановить седьмую кавалерию. А иначе что? Эти уроды хотят развязать войну. Ну, похоже, у тебя все под контролем. Классный костюм. Спасибо.